В раннем 1930-м родился поехавший разработчик шмапов, который решил отомстить человечеству. Он был зол на всех. Хотел, чтобы люди страдали. Он специально выучился на программиста, чтобы делать самые злые шмапы во вселенной. После его шмапов люди попадали в дурку. Это вот такой сюжет у игры. Ранг нормал. Краш нормал, хард, грет, вилд. What the hell? Ну, два, наверное. Так, ладно, exit. Тут нам оружие показывают. Вот тут однерка. Смотрите, тут пулемет, во-первых, нормальный. Единичка нормальная, двойка миссил. Чуть не алё как-то выглядит. Вот, а F-ка из ганнака. Ой, четверка из ганнака. Это тройка. Опять какие-то ракеты. Напалм. Это F-ка какая-то. На стероидах. Да чё... Этот, как его? А, тут одна кнопка для выстрела, что ли? А, тут на одну кнопку, все, я понял. Так, это я думал, там бомба какая-то была, вражеская. О, как-то я сделал? Какие-то вот... Блин, да я в чат смотрел. Какого хрена вы меня убили, слышь? Это не считается. А зачем ноль? А ноль это даунгрейд, ну зашибись. А оружие тут прокачивается хотя бы или нет, раз они так это самое? Ой. Вообще ни хрена не понимаю, что происходит. Почему так быстро все? Почему он это... Ой, вторая шестерка прилетела. И, ну опять же тут зажимают с одной стороны. Это просто жесть. Такая штука. Это бомба. Куда ты ее загреб? Да, и оружие вниз падает. До них дошло. Так, сейчас вернусь.
Так, я тут, поехали. А, теперь я путаю, что мне не надо эту кнопку нажимать. Зажимаю вторую кнопку, переключаю скорость. Они... Из-за этого я ускоряюсь и могу сдохнуть. Да камон! Жопа ты, сдохнуть там... Ой... Висит это говно сбоку, и ничего ты ему сделать не можешь. Прилететь не можешь, потому что тебя мгновенно уничтожат. Вот оно и висит, медленно уходит. Ты полетишь, чтобы его убить, но, естественно, у тебя ничего не выйдет. Угу. Я все понял. Я хотел все равно рестартить. А тут пешки хоть на что-нибудь влияют, они, как я понял, вообще ничего не дают. Так, пытаемся качать одно и то же оружие. Забьем на это все. Мне даже щиты не помогли подлететь, этот дирижабль сбить. Или что это там будет? Ну, я понимаю, да, не сразу. Так же. Там, видимо, шанс какой-то есть, или надо наоборот собрать определенное количество. Первая всегда дает прокачку, вторая там, как я понял, с вероятностью какой-то определенной. Только единственное оружие однерка там всегда меняется. Так как назло сейчас ни одной двойки не будет вообще, это все время. А вот она двоечка. Е-е-е. Не, ну это нормально. Не, ну это вообще нормально вот это вот. Да тут но! На первом же уровне враги неубиваемые, с миллиардом хп. Класс. А четверка выглядит получше, чем ракета, как я понял. Это то же самое, только больше снарядов летит. Тоже сам наводится. В чем разница? Такое же классное оружие, которое ничего не в состоянии убить. Слушайте, это точно первый уровень? А не какой-нибудь с конца? Или чтобы не расслаблялся, сразу решили так сделать. Так, вот эти вот... Он летит точно так же, как в Ганнаке, так же еще выравнивается. Как же они спамят? Так я не понял, как мне его стрелять вот этими скобками. Это чардж, что ли?
Как мне понять, что он заряжен? Нифига не понимаю. А, попробуй рассмотри, где он там светит сверху. А, вот, вот это. А давай смотри на кораблик, не смотри на вражеские кораблики и на их пульки, смотри на то, что там у тебя светится. Шишка корабля. У меня есть дурацкая привычка шмапах уничтожать вообще всех врагов. Наверное, логично, чтобы они стреляли. А тут враги очень сильно спамят оружие. Бля. Две тройки подряд. Хики, здорово! Сколько лет, сколько зим? Прокачанным оружием ты еле-еле кого-то убиваешь. А что будет, если его потерять? Ну, посмотрите на это вообще адекватная хрень. Оно не убивается, в принципе, алло! А, тут хотя бы оружие остается, как ты сдох. А, надо было чарж. Но я забываю про чарж, опять же, что тут вообще есть. Вроде бы он нормально так дамажит. Но все равно тут какая-то неадекватная хрень. Ганнак в этом плане, опять же, идеален во всем. Можно смело советовать кому угодно. Четверка! Блин, улетела. Блин, да вы смотрите на вот это вот. Я вообще ни хрена не вижу, там пули или нет, там что там. Ой. Наверное, что ли, бессмертный или что? Как они спамят? Вот это красиво выглядит. Музыку из Zen Intergalactic Ninja. Да, восхитительное говно. Опять же. Уже второй раз я играю буквально 20 минут в первую часть, 20 минут в эту. И после убийства босса еще умудряюсь сдохнуть. Как это круто! Е-е-е! А разве не должны пули вражеские исчезнуть после того, как он уже сдох, нет? Традиционная игра. Я просто не понимаю, как, зачем вы в это играете во все. Вот реально добровольно вы зачем в это все играли?
Я просто не представляю себе, насколько надо быть фанатом жанра, чтобы в всех этих селестах копаться, этих олестах. Блин, да Градиус на луп 10 гораздо адекватнее вот этого всего. Тут еще справить лимит. Нельзя столько пуль сразу выпускать, ё-моё. Ты уверен про луп 10? Я уверен. Ну ладно, про луп там какой-нибудь. Фриз опшн рулит. А, тут у всех оружие одинаковый чардж. Так, что, не четверку или с двойкой остаться? Там не шмап. Так, опять это что? Это то же самое, что и два. Не, ну это нормал, ребята, это нормал, правда? Это ж нормал, это ж выглядит как нормал. Это выглядит как хард, как минимум. Не, в чат смотреть вообще невозможно. Я вот сколько раз убеждался, я буквально на полсекунды туда глазом посмотрю, и все, я умираю тут же. Корабль спамит, выкидывают звезды, которые стреляют, появляются вертолеты, которые стреляют. Как будто одного корабля недостаточно. Не, ребята, селесты эти ваши вообще не алё. Во всех этих играх этого жанра, вот во всех этих олестах, тебя зажимают сбоку, и все, и ты будешь там лететь 20 секунд, 30 секунд, минуту, и на центр ты никак не вернешься. Потому что тебя заспамят. Шмапа это зло. Как хорошо, что жанр мертв. Прям восхитительно. Вселенское зло. Уничтожают людские нервы только. Потом человечество изобрело дотку. Зачем я ноль взял? И вообще этот уровень прошел. Ну, посмотрите, это нормал, да? Вот это вот. Это нормал такой. Я просто равняюсь по тому же Ганаку. Где вы там такое видели на нормале? Реально. Так, тройка это что? Тройка это дичь полная. Не оружие. Четверка нормас. Да, как, наверное, уже скоро. Я тут совсем крышей сейчас поеду от всего этого. Так, шестерка это что? Возможно, я никогда ее не подбирал. Паузу нажал, прочитал. Голосуем дот или это шашки. У меня шестерка.
по ощущениям, это как Ганнак на третьей сложности. Вот реально. На чем ты в шахте собрался играть? Ганнак на третьей сложности ты выбираешь уже потом. Когда ты проходил его дофига раз. Так вот, они мне дадут вылететь отсюда, нет? Каким-то чудом оно меня не убило даже. Ой, ну зачем я четверку включил? Не трогай вторую кнопку, скажем, никогда. Ой. Враги по жирности реально как будто в Ганнаке на третьей сложности. И так, там даже никто такими пулями не стрелял. Короче, видишь шмап, бери без зазрения совести сложность изи, вообще минимальную. Целее нервы будут. Ай, ну куда было деваться, блин? Да, для тех, кто хочет получить удовольствие от игры. Но понимаешь, изначально тебе неизвестно, какая сложность у игры. Вот, ты садишься в нее первый раз, берешь нормал. В некоторых играх, наоборот, надо брать хард. Nightmare, ты все правильно делаешь. Прям вообще мудрость человека, который прожил жизнь. С этим жанром надо завязывать, вот серьезно. Возможно, это последние шмапы, которые я играю, вот серьезно. Не считая тех, что из серии Gradius. Ну еще гляну, может быть, Мушу вот эту вот, что Элаш тоже пиарит как может. Да там, я уверен, такое же говно будет, как и тут. Неадекватное. Миллиард пуль зажимают в углах. Враги сверхжирные. Блин, что меня там убило даже? Что? Что? Ничего не должно вылетать снизу экрана вообще в шмапах никогда. Ну, смотрите на вот это вот. Это нормально вообще? Это нормал, да? Это нормал, охренеть. Нет, нормал не должен быть. Минимальной сложности должно быть изи. Ну вот это нормал. Вот, ребята, посмотрите, какой тут охренительный нормал просто. Просто обалдеть можно. Я вам серьезно говорю, это что-то даже среднее между третьей и четвертой сложностью в Ганнаке. Вот реально.
Там снизу экрана в безопасности ничто не вылетит, прям снизу сбоку вас не грохнет. Там есть враги, которые появляются сбоку, вылетают. Но они медленно опускаются сверху. Ну вот что мне надо было делать? Что против этого спама пуль? Тут слишком все жирное, слишком, чересчур жирные враги на нормале. Чересчур. Ну сколько я должен выпиливать какой-то непонятный столб? Ну посмотрите на это. Не, если делается какое-то переиздание там, не надо нерфить сложность, алды не поймут. Типа, вы добавьте просто сложности новые, там, типа, назовите их как-нибудь, редакс сложности, а потом в отдельной опции делайте старые, чтоб с алдфагом там зашло. Пятерка, пятерка. Бери пятерку, ну возьми ты ее. Возьми, господи, ты пятерку. Да черт, я ее не взял. Мне не дали ее взять. Все, больше никого не слушаю. Легкий он. Он адекватный, вот он уже норм, нифига он не норм. Практически то же самое. Но если между двух неадекватностей сравнивать, то да, этот получше. Вот это хороший шмап. Вот это хороший. Да, единица хороша, согласен. О, что это такое? Это жизнь. А, и прокачка на максимальный уровень? Это же этот осьминожек из Ганнака. Вот, он самый. Вот, к примеру, в том же Градиус 5. Если вы сдохли, вы можете подобрать свои опшены назад. Не всегда, но можете в большинстве случаев. А пятый уровень даже не максимальный. Он из Занака. Это как мне было смириться с тем, что звуки из контры, из супер контры, на самом деле звуки из Градиуса второго. Я потом думал, блин, да как так? Я всегда думал, что это звуки из контры, а оказалось нет. Так, а что, каким ты спамом пуль меня уничтожишь? Слушайте, я нашел место к углу. Я нашел сейф-спот. Нет, это уже не похоже на сейф-спот. Да блин, ну я же должен был ее взять! Эта падла взяла и развернулась в другую сторону, прямо в тот момент, когда я стал подбирать.
Вот обидно. Я думал, сейчас на бессмертие красиво залечу и продамажу босса. Это как куча потерянной из босса и из минус инфинити. Потырили. Классно, неубиваемый противник в самом начале уровня. Что я должен, блин, с ним делать? Ну охренеть теперь. От него спастись некуда. И он еще настреливает, кроме того, что вращает эту фигню. Вау, меня сейчас чудом не убило. Понятно, то ли он получает урон, то ли не получает. А, он сдох все-таки. Я что-то не то взял? Нет, все то. Просто не знаю. Посмотрите, пули мерцают, их хрен видно даже. Что там, где они? Не надо было такое количество делать их. Может быть, хватит спамить? Пожалуйста. Супер быстрым говном. Пипец какой-то. Я просто сейчас чудом каким-то невероятным. Тут враги не такие жирные, было бы получше гораздо. А то это же прям совсем легкие ворота не лезет. Вулканы из Ганнака. Неубиваемые были. Как же я люблю, когда босс опускается практически говно, в самый низ. Говно, говно. Просто умри уже, пожалуйста. Не, ну это просто отстой какой-то. Чудом просто, у меня было много жизни, так бы я хреново прошел. Снова началось в колхозе утро.
Ну, вы видите вот это вот. Ну, это просто нон-стоп. На тебя это вываливают. А только теперь без прокачки вообще, без какой-либо. Единичка, берем. Слушайте, может тогда единичку и оставить? На уровне ничего. А тройка что такое? Может, ракеты тут не справляются, реально. Они вот стукнутся в кого-то раз в полчаса и все. Полку ноль. Ну это классический прям босс. А, ракеты ж пули не стирают. Вот в чем еще проблема. Ай, ну единственная пулька была, я ее не видел. Появилась там из ниоткуда. Следующая будет шестерка. Весь сейф-спот. Ну, у нас, скорее всего, есть. Эв, ну что вы начинаете? Капец какой-то. Жесть вообще. Все сверхбыстрое. Да ну камон! А, я все испортил. Все испортил, а. Не, абсолютно неприятно в это играть. Я не знаю, как вы умудряетесь получать удовольствие от таких вещей, я просто представить себе не могу. Куда одеваться, блин? Вот куда? Вот куча говна не убивает. По-моему, на этом уровне я свое прохождение закончу. Потому что я все. Как я буду босса бить с нуля жизни? Я вообще не понял, что на этом уровне делать, куда идти. А, это я думал, это мой спешл сработал.
Давайте еще попробуем пару раз. Попробуем с единичкой. Непонятно как оно защищает иногда выстрелы обычные. Gunsmoke я, кстати, не играл никогда. То, что я видел, мне абсолютно не понравилось. Смысла даже пытаться дальше нет. Но тут надо максимум жизни до босса донести. Это единственный шанс его убить. Ты даешь этим шмапам шанс. Даешь им шанс тебе понравиться. Запускаешь их, а они тебе плюют в лицо просто. Вываливая на тебя просто все, что у них есть. Всю жесть. Что есть. Не, я бы понял, если бы вот это был бы хард, тут такой максимальная сложность, что сейчас происходит. Это был бы хард, но это нифига не хард, это дефолт. Надо запомнить, больше никогда не иметь дела с играми Compile. Все. Nevermore. Хотя я такое уже говорил не раз. О, это нормал, да? Это замечательный нормал такой. Где тебя градом пуль засыпают. Где вы такие нормали вы видали? А что я, блин, должен делать? Как я вот это должен все дожить? Я даже этих пуль не вижу ни хрена. Не, ребят, это дроп. Это такой же кал, как и первая часть. Она ничем не лучше. Вообще ничем. Абсолютно. Ладно, заценил, посмотрел, сам хотя бы пощупал. На вид оно казалось более-менее неплохим. Но когда я сел играть... World of Long Place, конечно же, там no death, все с сейвами пролетает, там с отмотками назад. Там это все красиво и интригующе выглядит. Когда садишься сам играть, как тут все классно, да блин. Вот я сейчас вылетел в приз, решил взять приз, и со скоростью света вылетел враг сбоку. Я был в миллиметре от приза, но он опередил меня и пролетел весь экран за полсекунды. И сбил меня на подлетах к призу. Не должно быть столько говнища на экране, вот реально, не должно. Шары летят, эти пушки ездят, пушки стреляют. Шарики вылетают, поезда ездят. Какие-то еще синие шары тут же вылетают. Да, может быть, на изи начать заново? Мне кажется, вообще мало что изменится. Вот, а вот настолько будут незначительные изменения... Какой-то уровень? Пятый, что ли? Ой, заново неохота, реально. Тут либо дроп, либо все. Либо дроп, либо да. Либо дроп. Сил моих больше на это нет. Не понимаю, как можно в это вот... Вот специально этот жанр играть. Я просто не представляю.
Нет изи? А, ну то, что тут под названием изи, это нифига не изи, опять же. Ну хотя бы чуточку проще, чем сейчас. Да, потому что все должно своими именами называться. Это хард, вот это хард самый настоящий. Даже very hard, судя по происходящему. Ну, возможно, даже это insane. Я посмотрю сейчас, тогда я выключу. А что такое TRG Face? Что это? Pause off, что это такое? Ну, давай последнюю заценим. А, я могу продолжить? А, я могу вот так вот сложность поменять? Последний не то, надо предпоследний. А в чем? Не понял. Тут предпоследний сложнее последний, что ли? А, тут есть рикошеты, вижу. А мне единички нету? Ее отобрали, что ли? А тут по умолчанию у тебя нету оружия. По-моему, абсолютно та же самая неадекватная фигня. Может быть, чуть больше пулек. Все. Пушки чаще стреляют, согласен. Но это нас ни на что не влияет, на самом деле. Ладно, так. Давайте сольемся побыстрее. Не, в Gradius Uncall он не злит, понимаешь? Ты умираешь и не злишься. А здесь тебе просто ты бесишься, в ярость приходишь от увиденного. В Gradius'ах ты можешь миллиард раз. Я вот второй Gradius проходил, я миллион раз умер. Я вообще даже ни разу не бомбанул. Я просто сел и думал, а, вау, умер, блин, умер, да, ладно, сейчас пройдем. Блин, сейчас пройдем. 40 минут сижу на том же месте. Блин, ну сейчас точно пройдем. Я нашел тактику, я сейчас пройду. А тут бесит все, потому что компайл делают шлак. И не шлак, а у них только ганнак. Все. Но это мое мнение, опять же. Подожди, откуда рикошеты? Не понял. А, я рикошеты включил? Так, надо их вырубить. Что-то я не видел там опции рикошеты. Но, наверное, вот это. Вот это вот там что-то пауза, что-то там. Это оно. Девяносто третий год. Какой позор, а? Так, оно выключено. Чего? А на изи они есть? Я что-то не понял. Что за бред? Чего? Так, подождите, тут изи не существует, что ли? Я вот не пойму. То есть нормал — это минимальная сложность. Что значит краш вообще? Что это такое? Это усложненный, это тот же нормал. То есть нормал — это минимальная. Зашибись. Просто. Я в шоке.
Как он не взял эту двойку? Как? Ой, ребята, не... Крайне негативная. Вот я бы был бы в Steam, я просто разнес бы ее в обзоре. Рефанднул бы. Если бы можно было составить обзор, я бы максимальное количество людей отговорил играть в это говно. Компайл не получит ни копейки, даже будучи уже мертвым. Это как Sunsoft. Вот реально, это тот же Sunsoft. Они сделали одну хорошую игру, Blaster Master. Все, остальное у них все отстой. Каким бы там крутым графоном, музоном они не брали, вообще рядом не стоит. Супер Спай Хантер такое же неадекватное говно. Мне надо миллиард раз сдохнуть, чтобы хоть что-то прошлось. Привет, передаю последнему уровню. Еще, ну как тебе понравилось? Как это может понравиться? Это вообще никогда не может понравиться. Что-то не пойму, эти синие пульки иногда уничтожают пульки, а иногда они этого не делают. Ты еще шмапы Псикико не играл? Нет, и насколько надо ненавидеть человечество, чтобы делать минимальную сложность вот такой в своей игре? Не, вот серьезно. Представьте, что вы сейчас разработчик игры. Максимально накручивать вот просто до невозможности. Все, никто точно не пройдет. Мы издаем в тираж ее. Какой-то шмап, как называется, Соферкас... Чего? Не, я какой-то шмап купил, и Ампол мне отговорил в него играть. Говорит, не, забей. А, этот мне подарили, я его не покупал. Интересно, а где тут сейф-спот? В каком месте? Давайте, или это не на этом боссе был? Но мне как бы уже на ачивки пофиг. Если они сразу заведомо сложные, я не буду их делать. За идеальными играми я больше не гонюсь. Уже давно включу. Иногда он выходит с паузы, иногда не выходит. Еще одна двоечка. А тройка это что? Я уже не помню, что такое тройка. Thank you.
Кстати, вот так вот можно повисеть. А, надо же убивать пульки, да, чтобы они... О, буду вот так вот висеть, пока не прокачаю оружие до максимума. Какой хитрый план. А я могу так на пульках? Тут сейчас по тайм-ауту босс, скорее всего, просто отъедет. А в Ганаке можно было бесконечно на русалке набивать жизнь, например. Кстати, это способ пройти игру на эксперте с рикошетом. Просто на 3 часа оставить, там на 4 на русалке фармить. А, все, щиты кончились. Они достаточно много пуль заблочили, так я спорить не буду. Скорее всего, просто сдохну, попытавшись подобрать оружие. Я бомбану просто с этого. Это может быть не висеть с этой стороны вот так? Ах ты, зараза! Ты выкладываешь с той стороны, где меня нет? Ладно, пофиг, поехали. Все равно ноль жизни. А, стоп, им не дали жизни. Я пульки эти не вижу даже на этом фоне. Смотрите, сколько всего сразу происходит. Куда смотреть? Я сдох, что ли? Я что-то не понял. Нет, я не сдох вроде. Пока что. Не, ну вот это что такое? Почему они выехали уже, когда экран уезжал? Блин! Да, блин! Вервульф кричал там, давай быстрее стрим включай, быстрее давай включай, включай давай, где ты там, давай, все, у меня выходной, давай, где ты? И где он? Что-то я его не вижу. Технически это офигенный шаг вперед, по сравнению с чем? По сравнению с говнаком, это шаг назад. Это не шаг назад, это несколько марафонов назад просто, по 40 км. Разве бы уже начали на тяжелых наркотиках будем сидеть, осуждаюсь ли что. Что адекватный суперский шмап превратился в какое-то буллетхельное дерьмище. Которое непонятно, как вообще играть. Споки? Какие-то споки. Где же тут сейф-спот-то интересный? Да нигде. Давайте попробуем вычислить. Там сейф-спот это когда ты еще по ним стрелять можешь. А тут я что-то такого даже не вижу. Может быть они вверх стрелять не умеют, если я залечу вверх? А сколько всего в игре уровней? 8, я так полагаю.
Так что такое 3? А 3 это лазер этот дурацкий, немощный. Ладно бы он мощный был, так он ничего не убивает. Пожалуйста, зажаливаю его и все. Бесконечный спам. Здорово, ёлы-палы, сколько лет, сколько зим. На самом деле различий не так много. Вау, какой у тебя классный цвет ника. Такой прям яркий. Такой прям дерзкий, привет. Да, если что, это минимальная сложность, как казалось. Подумать, да? Это еще не было около полугода. А что случилось? Заработался, что ли? Пропал? Прям в ИРЛ ушел? Да я даже в ВК вроде тебя не видел. Понял. Надеюсь, все хорошо. Я вот, видимо, окончательно уже сошел с ума, раз сижу в такой игре. Я ж вот реально, какой шмап бы я ни взял, я... В итоге сижу и офигеваю сам с себя, что как меня забайтили в очередной раз на это все. Я сам забайтился прохождением на ютубе, точнее на твиче кто-то играл. Там, точнее, там не играли даже, там просто с World of Long Plays чувак стримил видосы. Я зашел, вроде, ого, прикольно. Вроде там ничего сложного я не вижу. Так, блин! Это реально, после каждого этажа огнетушитель нужно доставать. А сейчас пришел, захотелось душ на три просто немножко, поэтому я взглянул. Это так, тут враги спамят на нормале, если что. Блин, да даже река адекватнее всего этого. Так, я с двумя жизнями дошел. Да блин, бесполезно все это тщетно. Бытие, нет. Так, ладно, я нашел сейф-спот на этого босса, возможно. Да, в углу он тебя не дамажит, по крайней мере. А, не-не-не-не-не, это никакой не сейф-спот, они сам наводятся. Ай, а я думал они... Ладно, не важно, что я думал. А он сдох. О, боги. Игл... у тебя скилл хороший, игра за голос, приятные эмоции искренние. Вау, спасибо Димана. Димана лучший зритель. И цитаты у него офигенные. На самом деле я такого не говорил, но его цитаты офигенные. Прям хоть отдельную книжку заводи с цитатами. Вот в Ганаке тоже миллиард врагов, но там только на четвертой сложности враги приобретают просто нереальную какую-то жирность. На первой и второй там играть нормально.
это снова тройка была, я думал, я поменял. Блин! За тройку срочно менять, на что-то, но я уже ни на что ее не поменяю. Ну, посмотрите. Есть синие сверла какие-то, есть вот эти вот мины-дирижабли, и есть огромные самолеты, и все это супер жирное. Оно друг друга закрывает. Ладно бы этот, вот реально, этот четверка хорошая игра, ой, хорошее оружие в Гамнаке. Только на первых двух сложностях. Все. Дальше оно курит кеглю. Ну, дальше useless. Ты никого никогда не убьешь. Блин, я почему-то... Вот, понимаете, я играю в Гамнак. Как я вижу частично здесь Гамнак, и что я делаю? Я нажимаю кнопку B для того, чтобы применить спешл. И что я делаю? Я в итоге сбрасываю скорость. Не, дальше тут только хуже. Походу, вот он мой предел. Дальше все. Все, эту Селесту обходить стороной и клеймить ее везде, где кто бы в нее не играл, прям. Сравнивать ее с землей сразу же. Равнять ее. И по делам ей будет. Компайл, долбаные садисты. Так, я докуда-то дошел. О, мини-босс. Как он меня сейчас не убил? Четверка это что? Это смотрящиеся шарики. В принципе, неплохие. Посмотрите на вот это! Что это такое? Что это за бесконечный спам? Четверка. И тут ничего не отбивается, что спамнит это все добро вообще. В Гамнаке тоже вылетали штуки из вулканов, но они не стреляли. Так. Поменялся задний фон. Возможно, сейчас будет босс какой-нибудь. Ой, зря взял. Надо было на боссе применить. Какого еще от него ждать? Четверочка, берем четверочку, ну выбивай четверочку. И... пока что этот босс не выглядит сложным реально. Хотя я понял, он все больше и больше этого спамит. А, сейчас начнется что-то. О, отлично.
А, эти пузыри отбиваются? Так, что это еще не все? Что сейчас за лазеры смерти будут? Что, что ничего не сейчас ожидает? Мне кажется, тут шестерка идеальный вариант. Ой-ой-ой. В самом начале уровня дают оружие, прикиньте. До них дошло, что игроку надо дать возможность прокачать хоть что-нибудь, если он слил конт. Отлично. И враги снизу экрана. О, хорошо-то как, замечательно, просто. Посмотрите на этот ад. Вот что мне, куда мне щемиться? Вот что мне делать? Да блин, да хорош. Ну ёлы-пал, ну зачем вы это все? Зачем вы игру портите, блин? И без того не очень, которая. Музыка из Мега Бомбермена, слышите, с Сеги? Похоже была на боссе там. Ай, дурак. Если Элаш говорит сложный босс, это означает, что он вообще не непроходимый, в принципе. А тут единичку дают вместо шестерки. Ну, значит, по порядку все упадает. Да. А вот шестерка. Вот, и вот этот момент музыки из Бомбермена. Оранжевое на оранжевом. Попробуй рассмотри. Нормально. Что вот с этими рыбами делать, я без понятия. Куда от нее уворачиваться? Как будто одних этих пушек недостаточно. Еще едут танки, еще вылетают вот эти самолеты. Не, ну серьезно. Если ты оказался в углу экрана, и ты не отстрелил их до того, как они выехали, вот они проехали чуть, и ты их не убил. Ты труп. Да я не дойду до него. Вот этот уровень, наверное, последний, который я увидел. А это и есть последний? А. Вот, и вот это я у тебя и спрашивал. Полчаса назад. Сколько уровней? Мне нужно было моралюшку поднять, узнав, что их тут... Что я близко к финалу. Огрызок уровней? В какой-то игре уже такое было, кстати. По-моему, в каком... В этом... В СНЕСовской Олесте или где-то там... Или где? Я уже не помню. Где-то такое я видел.
Лаша, ты проходил это на 1cc? Проходил на нормале, на краше и с сейвами на других. Понял. Опять у меня вьетнамский флешбэк. Я играю в какой-то шмап, там на фоне замок, я бомблю. Возможно, я тоже про 1cc спрашивал. Так, эти самолеты не умеют стрелять по диагонали, я хотя бы что-то выяснил. Это взяла. Дальше этой рыбы я пока что не доходил. Сейчас за экран вообще смылось. По делам. Даже чардж не убил эту хреновину. На каждую сложность концовка разная, картинка, зашибись. Алё, ну а вот это как проходить? Да вы чё? Вы с ума сошли? Как? Вы издеваетесь, что ли? А если я вот так буду висеть, она по тайм-ауту умрет? Ну, я же могу поближе прилететь, да? Классный нормал, мне нравится. И как я должен подлететь туда? Я без понятия. Клиниться, вот каким образом? Вот, пожалуйста, я попытался.
Не знаю, насколько меня еще хватит. Четверку брать, да, четверка тут неплохая. Там я чардж выпустил. Блин. Это машинка маленькая едет по дороге, я только сейчас заметил. Можно, да. Даже нужно. Внезапно вот на этом участке уровня четверка, точнее тройка зарешала. Шестерку, наверное. Блин, ну злой. А что еще классно в Ганнаке на первой сложности, если ты умираешь, деньги не отнимаются, в отличие от остальных сложностей. То есть, если ты там, даже если дох, у тебя в конце будет много денег, ты купишь кучу пауэрапов себе потом на будущее. На второй сложности отнимается там сколько-то, половина что ли, а на третьей вообще все вроде бы, если ты умер. Вот неадекватная дичь. Вот, вот это вот с участок с пушками. Неадекватная фигня. Не, я по-моему допер как-то. Хотелось бы знать, есть ли тут сейф-спот. Игра, ну блин, пощады ж ты, черт тебя дери. Четверку не буду брать. Так, это похоже на босса.
Жизнь-ка. Меня к чему-то готовят. Нет! Хотя хрен его знает. Я вообще не попадаю этим оружием, вы заметили, в босса? Как я хорошо попадал предыдущим. Так, шестерку надо брать. Нет! А как я должен вот это доджить? Как? Такую кучу ракет самонаводящихся. Каким хреном? О боже! Понимаешь, что еще не все после самонаводок? Или там еще что-то будет? Лучше подскажи, как бороться с этими самонаводками. Чтоб я сразу уже не мучился потом. Там, кстати, вот может зайти вот эта вот тройка. Не дали мне взять четверку. Мне вот это вот бесит, что тебя оттесняют без малейшей возможности вернуться в ту часть экрана, в которую тебе надо. Вот ты сидишь 5 секунд, 10 секунд, 20 секунд, ты не можешь вернуться в ту точку. В игру с наводками. Но мне тоже они понравились, я же тоже с ними летал. Что ракеты, что вот эти шарики. Две четверки можно взять. 5 это, в принципе, тоже неплохие ракеты. Этого босса можно выпилить, если на него набрать как можно больше жизни. Там еще одну жизнь так дают. Так, да блин, там выжила пушка, я даже не заметил, что она выжила. Вот это место просто кусок говна. Ну вот как это проходить? Вот как? Ну вот что это за булщит? Как? Каким хреном? И что я должен делать? В прошлый раз мне как-то повезло. Я не помню, с чем я пришел, но я, видимо, прокачан был. Охренеть, пушки стреляют в 5 направлений, их вагон. Через сколько миллиардов попыток я должен вычислить, как там двигаться? Какой там паттерн есть.
Надо мне двойку или нет? Ну, надо ж, наверное. Дрочила, привет! Здорово! Страдаю в шмапе. Уже крышей, походу, поехал. Так я максимально по КД пытаюсь пускать. Не получается даже так. Чё я взял? Тут надо отстреливать, где пушки находятся. Надо забить вот эту вот заразу. А, вот она позже просто вылезла. Сейчас она раз-два. Падла. Вот эти ракеты тоже хорошие. У меня по КД зажимают, Илаш, понимаешь? Здорово, Валентин, привет. Ничего себе. Тут игра крышесносная просто, крыша уже уехала. Как я сейчас выживаю? Почему я не умер? Вот. Больше никаких шмапов, кроме тех, что проверены временем. Все. Нафиг оно пусть идет. Ну, может быть, мушу я еще сыграю, ладно. Хотя наверняка там такое же говно, как и тут. То же самое. А, ну вот. Шмапы адекватными не бывают. Они все созданы для пыток. Ну да, Ганнак, Грабиус второй. Ин первый, в принципе, на NES. Третий на SNES. Ну вот как я? Ну ёшкин кот. Мне попробовать с шестеркой попроходить здесь. Где ее, кстати, тут дают? Двойку не трогать, а вот шестерочку взять. И сейчас до следующей шестерки ничего не подбирать. Ну камон! Ну как вы задолбали сбоку! Ненавижу в шмапах сбоку вылетающее говно. Ненавижу вообще. Вылетающее прямо вот отсюда вот. Во, класс вообще. Гений долбанный. Ну на кой хрен вы это делаете? Внизу ничего не должно вылетать вообще никогда.
Так, сейчас я отстрелил эту заразу. Теперь она меня больше не убьет. Ой, я прошел это место без смертей. Ну, вот конкретно вот это. Вот, правда, я его еще не прошел. И как назло, вот я остался с пятеркой. Вы видите, а ее больше не дают. Ну, блин, да вы издеваетесь, дайте пятерку. О, боже. Да, я ее наконец-то выпилил. Так, осталась одна всего лишь. Так, а как мне к ней подлететь? С накопленным этим... Вот так. Серьезно? Ай! Похоже, пятерка не самый лучший вариант. Я уже говорю про это 100 раз, наверное, но я не могу ни на что ее поменять. Пятерочка. Тут где-то жизнь была или будет? Или я уже взял ее? По-моему, она вон там была. А нет, вот она. Двойка. Господи, ну почему? Почему, когда я пытаюсь подобрать что-то, я дохну вечно? Ой-ой-ой. А хотя ладно, сойдет. Ну это ладно, не выглядит так уж прям страшно. Но это еще не все, да? Она еще вон, она летит. Что сейчас? Что сейчас будет? Я даже не знаю. Оно сдохло. И он действительно сложный, да? Миллион баксов. А тут не показывают, какое оружие. Это рефайты пошли, или это он и есть? Просто подумал, это босс первого уровня.
меня сейчас было гораздо больше жизни, чем до. Пятерка не самый лучший. Блин, как защищаться от этих вот этого спреда дичайшего со всех сторон? Шестеркой, наверное, точно. Да как, блин, я ж спредом этим вонючим пауэрапом выстрелил. Как ты прострелил-то? Ай. Вот я же вот этим вот жахнул. Как доджить его этот долбанный оранжевый спред, я не знаю. На такой скорости. Кстати, на нем это многовато будет. Попробуем на двойке. Хотя я уже к ней привык. Нет, по центру нельзя остаться. Я подумал, можно. Чуть-чуть надо в сторону сместиться, я понял. Так, а с собой он не убивает? Так, чуть-чуть в бок. Вот стоишь по центру и чуть-чуть в бок. Я придумал. Тогда я тут не успеваю, как видишь. Дурак. Слишком далеко. Здорово, полжек. Здорово, привет. Совсем чуточку в сторону надо сместиться. А вот как вот это доджить, я так и не понял. Так вот, раз, почти. Раз. Все такой хоба, а я такой хоба. О, так кто снайден. Так вот в сторону немножечко. Раз. Оп. И я забыл вверх улететь. Ну, что-то типа на тактос похожее есть. Теперь осталось исполнить. Ну, это, конечно же, первая фаза. Попробуем с этим оружием. Так, а с чего я взял, что я могу безопасно вверх пролететь? Я сам не знаю. А, так не... Блин!
Я аж качнулся до 4 уровня. А, оранжевые пули вообще ничем не стираются, я понял. Блин, да как так? Слишком большая скорость. Мне надо... Но я по-другому не успею наверх проскочить. Часа на 3 это в лучшем случае. Внизу оставаться не вариант, хотя может быть там как-нибудь можно на чуточку подняться всего лишь, не сильно. Нет, нет, невозможно задолжить. И ведь это самая простая первая фаза. Я хотел посмотреть, как выглядит единичка максимального уровня. Я даже не могу их взять для этого. По идее, можно накапливать чардж до вот этого вот тарана его. Почему я не могу сместиться чуть-чуть в сторону? Или эти пули всегда по-разному летят? Я вот сейчас что-то не могу закономерность выявить никакую. Второй уровень всего лишь у меня. Чуть-чуть просто в сторону, и все. Не надо далеко, вот так вот. Так, первая фаза пошла. Господи, какая неадекватная говнина. Просто жесть. Чё, как я должен понять хоть что-то, что там происходило? Это тоже наверняка не финальная фаза еще. В смысле, статика, что это значит? Можно в одном месте типа стоять или что? Ты бесконечный, да. Если были не бесконечные, я бы уже сошел с ума, скорее всего, либо уже дропнул ее. Нет, короче, нафиг это оружие, мне щиты нужны.
Дурак, господи, зачем я так далеко лечу? Хотел взять пешку, и... но я не сбил ее даже так. Так, надо понять, что тут делать. Вверху меня он попасть не может, да? Так. Да, не может. Тут можно опуститься, пострелять. Ну, блин, почти. А, стоп! Вверху он реально тебя не задевает. Только чем мне его оттуда самонаводкой, что ли, какой-то долбить? Блин, ну что я косячу-то? Так, шестерку надо было брать. Так, ну ракеты вниз не летят. Да не-не, я идиот. Тут надо скорость выключать, меньше ставить. Или заранее опускаться вот так. Не, огни, наверное, могут тебя случайно затаранить. Да-да, огонь летит. Хоть не всегда, но... То есть там два огня рандомно куда-то летят, один в тебя. Даже сквозь щит меня попало. Одной единственной сраной пулькой. Блин, да ну хорош! Ну специально ж ты сам нарываешься, дебилоид. Так, с этим бы оружием, вот. Ну, ноль жизни, к сожалению. Сейчас надо дожить до этой фазы. Просто пытаться разворачиваться так не. А, еще да, вот это вот. Полегче. Блин, засмотрелся на приз. Какой приз летит? Посмотрел в сторону. Четверка, да, надо взять ее. Мозг лаганул. Самое печальное, что это, скорее всего, не финальная его фаза даже. Да, приз летит. Вот именно так же. И...
так, господи, куда я так быстро лечу? Куда я так быстро? Я знаю, что надо скорость уменьшить корабля, но я не смогу переключить. Ее в паузе можно? В Ганаке ее можно было в паузе менять, кто не знал. Он меня убивает, когда он меня врезается? Просто, да, убивает. Глупый вопрос. А что если его забайтить на таран в одну сторону, а самому резко лететь в другую? Кстати, это я еще на первой скорости сейчас играл. Почему такая жесть, я не знаю. Что ты взял, а? Четверка, ну... Ну, господи, ну почему? Дурацкий вонючий спред этот. Нет тут монеток, это как... Как Sega, только что, точнее как Денди, только от Sega. Кстати, а что будет, если я вот с этого оружия буду стрелять? Нет, это не поможет, он мне все равно попадет. Так, сейчас опять вернусь. Ушел бить пост, там уже давно все разбитое положение. Уже все. Все покрошил, что можно.
Может быть, есть какой-то более надежный способ дожить вот эти вот пули дурацкие. Да как, блин, господи, ну какая же скотина это придумала, а, все-таки? Какой же садюга долбанный придумал это все? Блин, у меня просто мозг работает, уворачиваясь от пули с центра. Прохождаю, чем она мне поможет, получается? Ничем. Тут реакция нужна лучше, чем у меня. Я просто... Знаешь, что я хочу? Я хочу... Я сейчас посмотрю прохождение, получается. Я просто посмотрю, сколько... есть у него фазы еще, кроме вот этой. У меня вот это больше всего дезморалит. Айлаш никогда не скажет, есть ли там фазы или нет. Но это шмапа, мне плевать на спойлеры. Есть там еще третья, четвертая, у него двадцатая. Мне нужно знать заранее, есть у него еще там что-то или нет. СМС-хак, еще хаки на нее есть. Кому в голову пришло это еще хакать? Про это забыть надо, похоронить и не вспоминать вообще никогда. Нет, у него после этого ничего нету. Подними стрим с колен. Хотя банить его, опять же, смысла никакого не было. Давненько они не появлялись. Ой, я кнопку перепутал. Кстати, вот я нашел новую эту самую страту. Чуть дальше вылетать. Ну ай, дурак, все равно сдох. Нет, она нифига не сейфовый. А потому что у тебя есть шанс. Да, просто уворачиваться. Но там у чувака макс прокачка была, он просто щитами все это заблочил. Сейчас вообще с прокачкой второго уровня, ну классно. Это жанр такой, тут либо ты просто уворачиваешься, либо ты просто умираешь, все. Не смотри на эту пулю, она в тебя не попадет. Блин, да господи, ну почему я так далеко лечу? Или из-за того, что скорость я поменял? Так, кошка на самом деле там крошечная. Но все равно он попадает. Почему я лечу туда, так, куда он попадает? Я сейчас благодаря этим пауэрапам уже. Но все равно ноль жизни. Thank you.
Я не... Он, по-моему, рандомно стреляет. Потому что иногда можно чуть в сторону уйти, иногда нет. Или всегда можно. Так, я, кажется, понял, что с ним делать. Так вот можно зачищать это все. Кажется, вот я понял, как первую фазу проходить. Классно, когда босс занимает большую часть экрана с собой и еще крутится. Это то, что я обожаю. То, что я больше всего люблю. Скобочек нет. Пятый уровень прокачки. Надо ее не терять теперь. Вонючая тройка! Ах ты тварь! Четверочка. Нет, я сейчас сбросил. Так. Две жизни есть. Так, может быть, висеть вот так вот сверху или сбоку? Сейчас я хотя бы урон по нему наношу какой-то. Е, жизнь. Но это шанс на победу. Дурак. Четверка зарешала. Ей! Вейл дроп, да. Почему вы не сделаете вот эту сложность хард и еще до нее штуки 3 сделаете? Что вы потеряете от этого? Вот что? Если вот это будет вере хардом, вы добавьте хард, нормал, изи. И можно еще вере изи добавить. Ну что вы потеряете от этого? Да ничего. Спасибо, Хайнека, спасибо, Лаш, спасибо, Куджи. Компьютерная графика, великий самурай. Валентин, спасибо. Хоть что-то я прошел. Today. Не знаю, составить на память этот видос или нет. Да, оставлю, сохраню его как память того, что больше не играю ни во что от компайл. Че так сложно-то? Зачем? Почему? Я не понимаю, почему вы не делаете сложность для всех? Почему вы этого, вы упорно не хотите в шмапах этого делать? Что вам от того, что у вас будет сложности пониже? Тот, кто не тащит, тот, кто вообще не в состоянии это пройти, он выберет пониже, попробует. Ага, если понравилось, я попробую потом на сложности повыше пройти. Тут тебя сразу просто в лицо, я не знаю. Почему, зачем, как... Не, ну Градиус я сам люблю очень сильно. Надо Градиус Гайден все-таки попробовать поиграть. Надо, надо.
Надо вернуться к нему и затащить. Пилоты стали космическими пиратами какими-то, бла-бла-бла. Ридли их босс. Зайди в опции, там вроде картинка поменяться должна. Давайте зайдем. Ну, а я просто не помнил, какая там была. Ну, вроде другая, да. Вот это что, турбопауза, что ли? Так, подожди, я могу с каким-то конкретным типом оружия начать? Вот я могу с четверкой, что ли, стартануть? Или это что? Или это просто просмотр? Блин, если бы я знал, что я могу стартануть с четверкой, о боже. Хотя толку от этого мало. Потому что всегда единица будет вылетать в самом начале первым же оружием. А, нет, четверка! Но это бы немного упростило задачу, все-таки. Наверное. Но тем не менее. Ганнак все равно лучшая игра. Ганнак все равно топовейший шмап. И ничто никогда уже не переплюнет его. Такие дела. Так, и что теперь делать? Давайте, наверное, тогда на этом и закончим сегодня, пожалуй. Пожалуй, на этом и закончим. Спасибо, что смотрели. Вот там, да, там сложность для людей. Есть для всех, есть для немного более-менее опытных игроков, а третья, четвертая действительно очень сложная, очень. Так что, ребят, до завтра. Завтра что у нас? Завтра у нас 21-е. Go Ганнак. В другой раз лучше. Ганнак можно бесконечно перепроходить. Это классная игра. Я обожаю. Приятных снов. Это завтрачка. Завтрачка. Постараюсь пораньше запуститься. Хотя обещаю это каждый раз. Часиков так к 8 стартанут. Будет хорошо. Много чего успеем сыграть. Для этого надо раньше лечь спать. Спасибо, что смотрели еще раз. Большущая. И до завтра. Bye-bye.